Порой в жизни так бывает, что твой уют и комфорт зависит только от одного человека. Итак, представьте в одном из отделений краснодарского ЖЭКа. Здравствуйте, вас приветствует краснодарский ЖЭК. Не кладите, пожалуйста, трубку, ваш звонок очень важен для нас. Да. Алло, это ЖЭК. Угадал. Вы мне воду включите? Не угадал. Да. Алло, девушка, у нас в подъезде все счетчики украли. Вы их запомнили? Кого, грабителей? Показания счетчиков. Да. Алло, женщина, у нас улица вообще не освещается. Батюшки, позвоните. Светлана Владимировна, это снова мы, жильцы 31-го дома. Середина мая, выключите отопление. У меня все по графику, ждите. Ну, может, как-нибудь договоримся. Опять шоколадка. Ну, обижаете, вот. Так. Так, стоп. А я смотрю, торт с начинкой, да? Это что такое? Я не знал, он у меня с мальчишника в гараже остался. Женщина, вам сколько заплатили? 300 евро. 300 евро? Вы не могли в конверте просто принести? Так, все, уходи. Так, вы нам вырубите отопление. Я сейчас вас вырублю. Я хочу пить. Девочка, ты видишь, у меня очередь? Но я очень хочу. Я здесь при чем? Ну, мам. Настя, я тебе сказала за кулисами сидеть? Свет, давай свои семейные проблемы быстро решай. У нас номер прожег. Какой номер? Ты видишь, ко мне ребенок пришел. Настя, ты что меня позоришь? Кто еще кого позорит? Да мне надоело. Почему, когда мне в школе ставят низкие оценки, ты меня ругаешь? А когда тебе ставят низкие оценки, я должна в интернете писать, что тебя засудили. Да я хочу, чтобы ты делала со мной мое домашнее задание, а не я участвовала в твоем. Дядь Саш, ну хоть вы и скажите, что родители не должны решать будущее своих детей. Да кому я это говорю? Настя, ну иди сюда. Ты же знаешь, что в моей жизни ты самая удачная миниатюра. К черту ЖЭК! Настенька, понимаешь, в КВН играют умные и интеллигентные люди. Вот я хочу, чтобы ты была похожа на меня. Что случилось? Я не хочу в 30 лет играть в премьер-лиге. А что ты хочешь? Я в вышку хочу. Моя умница. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть все это снимет Первый канал. Пусть эфир покажут теплой летней ночью, чтобы в Сочи и Краснодаре во всем нашем краю.